С добрым утром, страна! Или, как говорится, всем здрасте! Середина ноября, даже уже, наверное, ближе к концу какие-то уже. А, 20 какое-то там число у нас. 23 ноября. Минус 14 градусов в Подмосковье. Поля встали. Такая красота за моей спиной. План в чем? Кто смотрит, кто на канале, следит за нашими передвижениями. За нашей спиной вон там лес с дубом Иваном. Лес чудес, так называемый. Вот. Та дорога, которая через него шла, шла дальше через это поле и уходила в этот лес. И, соответственно, план такой. Его посмотреть. Пока еще копается, я надеюсь. Потому что поле уже вряд ли. Вот. Год кончается, но движуха не заканчивается. Когда по картам смотрели, конечно, по-другому я чуть-чуть себе представлял. Поле, заросшее молодняком. Сигналов практически нет. Смотрите, сейчас мороз, солнце взошло, а поле парит. Прикольно. Утром приехали, было минус 14 на градуснике. Сейчас вроде как потеплее. Первый сигнал. Сейчас фокус опять у меня. Скоро будет новая камера. И это тоже будет. Что у нас тут? 69-й год, копейка. Блин, глубоко. Еле засек. Иногда здесь что-то они наделали в советское время. Идем дальше. Дальше дорога туда уходила старая. Попробуем по ней пройти вглубь. Там должен быть лес постарее. Сейчас к нам такой собакин прибегал. С радиоошейником. С радиоошейником, да, с этим, с трекером. Какая-то лайка. Такой весь Алёна подбежал, посмотрел на нас, убежал. Фиг знает. Там с той стороны леса охотники были. Сигналов что-то сегодня вообще не часто. До монгол пока нет. Деловая колбаса. Да, сохран, что ли, прямо у него. Да, смотри, практически прям. Прям. Год хрен поймешь. Вот 40 какой-то. Вроде как, да. То ли 44-й, то ли 41-й. Непонятно. Времечко у нас еще пока есть. А советик-то был не один. Угу. Как зачастую это бывает. Тоже пятнашка? Угу. Покажите. Да, вот сейчас, конечно, ходить в лесу шикарно. Даже год непонятный. Угу, но она похожа. Во. Проверь еще. Сейчас проверю. Я же говорю, я уже не уходить, вот сюда подальше. Вот. Вот такие штуки уже более интересные. Ай, блин! Потерял! Покажу. Вот так вот. Еще что ли что-то? Так, покрутимся. Наконец-то первый имперский сигнал. Здесь крутимся, где вот там пугадилька где-то была. Вон там, да. Дай-ка. Здесь у империи сахан херовый. Да. Непонятно. Воду опять потеряли куда-то. Что? Воду, говорю, опять куда-то потеряли. Ладно, крутимся тут. Встретили охотника, ищущего собак. Потом встретили еще одну собаку черную. Вот. Сказали, где стоят вышки? Какие-нибудь, на номера. Говорит, ну, туда номера. Не ходить, там номера. На косуле они охотятся здесь. Сигнал здесь хороший. Попробуем онлайн. Брякнуть. Нет, здесь должно что-то быть вкусное. Ты. Невкусное? А,
хорошо звенел. А эти, они сигналят, заразы, вкусно. Пуля, ё-моё, я что-то думал, что вах. Опять нечастый цветной сигнал. Кстати говоря, очень вкусно. Земля уже, во. Отходите. Да какой отходите? Пуля. Где ты его уже? Опять пуль, да? Опять касаешь. Зараза. Как же они клево звенят. Звенят просто. Третий уже. Уже третий? Да. Одна войксла. Ладно. Почему-то. Будем делать одни зубы. Ага. Зубы вставим пулевые. Так. Мне это место напоминает то место, где ты поднял эту полтину. Здесь, да, здесь тогда 22-го года. 22-го там? Да, 22-го. 50 копеек со звездой. Был дело. Наконец-то что-то дельное. Но не на камеру. Перстак. Сигналил, с утратами, да, но главное, сама эта штучка. Реплику можно сделать хорошую. Можно. Кто здесь? Блин, ну земля, мне прям глаз отскочил. Ай-ай-ай. Сейчас почистим. Красивый, да? Да, красивый, только что нарисован, непонятно. Вот такие штучки мы любим. За ним мы и лазим. Жалко, не целый. Ничего. Сейчас чаепитие будет. Классный такой. Сидим, чаек поглощаем. И рассуждаем. Пришли к выводу, что вот этот чепужатник, где мы сейчас лазим, уже старых деревьев нет, они в другом месте здесь, был полем. Но поле забросили еще до советской власти. Почему? Или во время советской. Ну, я думаю, что до, скорее всего. Мы здесь, где-то в этом лесу, нашли, вот я как говорил, 50 копеек со звездой 22-го года. Она была в идеальнейшем состоянии. Перстак битый. Что мы здесь еще? Крест этот пропеллер находили тоже. Битый. Тоже битый. Скорее всего, тогда их как-то обрабатывали и сломали эти находки. Но судя по карте, ну хрен его знает. Был овраг по Шуберту. Это по Шуберту. И лес. Вот непонятно, но скорее всего, я говорю, скорее всего, когда-то это было полем. И мусора здесь нет советского, в принципе, совсем практически. Ни проволоки, ничего. Нет, проволоки вообще нету. Находили. Пробки попадаются иногда из грибниковые. Ну, детали трактора здесь да можно найти. Да, блин, здесь что хочешь можно найти. Ну, опять же, немного. О, как солнышко-то светит. Погоди. Прям в камеру. Прям в ухо. Ладно, мы выдвигаемся дальше, пока еще солнце встало в зенит. Да я шучу, ну, какой зенит, оно там. Время еще есть. Прикол. Помните, говорили, что бутылочку потеряли как-то в этом лесу. Да нет, та дома где-то. Вот это прикол. Вот она родимая. Дедушка поигрался. И вернул. Значит, мы где-то здесь шабалдались. Оболдались. Вот там вот дальше грибы были, помнишь, похожие на кораллы. Это прикол. Ровно в месте, я там место, где ползла. И, видать, через кусты лезли. Ну, наверное, да. Или через это перепрыгивала. Такое вот тоже бывает. Да, прикольно. Вот и все. Вот и кончилось жаркое лето. Накопались. Тяжело, конечно. Земля встала. Как бы не последний лесной коп в этом году. И я что-то переживаю. Может быть, конечно, растает, а может уже и нет. Да хрен его знает. Может быть, будет такая же весна. Ой, это такая же зима, как два года назад. Прикольно у нас дома. Что так холодно в машине? Посмотри.
багажник открыт. На распашку. Ладно, сейчас закроем. Ладно, видели. Ну, не пустые, слава богу. Находки вы все видели. А мы сидим, трескаем холодный горячий бутерброд. Ладно, дальше будем что-то придумывать. Спасибо, что с нами ходите. Делитесь видосами. Нам очень нужно. А вам просто. А нам пригодится. На этом откланиваемся. Всем пока.